вона Масадима все одно сюди на це йде. У нашу сторону. Ого. Один из соучредителей вот на прошлой неделе сына женил. Тоже там. Так это может свадебный фейерверк? Не знаю. Женихов во Франции заказывали на заказ рубашку. Не такую купили, готовую, но заказывали. Жирную свою вещь. Да, это ладно. Сергеева рука. И эти. Я туда дальше потом пойду. Скинешь, Сережка, потом самый яркий фон. Родителям позвонить, сказать, что у нас все нормально. Что до нас пока еще не досталось. Да, теперь уже вроде бы.